Lenovo IdeaPad G555 – обновленная версия одного из самых удачных бюджетных ноутбуков Lenovo. Модель выглядит очень скромно, но при этом отличается хорошим качеством исполнения. Остается лишь проверить, соответствует ли цена уровню быстродействия системы. Комплект поставки Lenovo IdeaPad G555 минималистичен. Вместе с ноутбуком поставляется аккумулятор, зарядное устройство, документация и диск с драйверами для 32-разрядной версии операционной системы Windows 7. Этот элемент комплектации особенно актуален, так как ноутбук оснащен лишь операционной системой FreeDOS. Сдержанный дизайн Lenovo IdeaPad G555 не является его недостатком. Наоборот, модель кажется достаточно практичной и надежной. Корпус полностью изготовлен из матового пластика, а верхняя панель имеет легкую фактуру. Дисплей удерживается двумя шарнирами, а рамка, окружающая экран, достаточно узкая. Ноутбук весит 2,72 кг, что позволяет использовать его как стационарно, так и при необходимости переносить с места на место. Над экраном установлен объектив 0,3 мегапиксельной камеры, а вот микрофон здесь не предусмотрен. Динамики расположены в передней грани корпуса. Lenovo IdeaPad G555 оснащен широкоформатным дисплеем с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1366 на 768 пикселей. Матрица имеет глянцевое покрытие, а светодиодная подсветка обеспечивает высокую яркость и равномерную подсветку изображения. Это делает экран оптимальным как для работы в офисных приложениях, так и для просмотра видео. Хорошей, как для бюджетного ноутбука, эргономикой модель обязана полноценной клавиатуре. Раскладка дополнена цифровым блоком, а клавиши имеют вогнутую форму. Тачпад немного смещен влево и практически сливается с рабочей панелью. Он оснащен зоной вертикального скроллинга, а управляющие клавиши разделены. Ноутбук имеет типичное для недорогих моделей время автономной работы. Стандартный 6-элементный аккумулятор обеспечивает 2,5 часа непрерывного использования. Работу ноутбука нельзя назвать бесшумной. Звук системы охлаждения особенно ощутим при выполнении ресурсоемких задач. При этом стоит отметить незначительный нагрев корпуса даже при длительной эксплуатации. Lenovo IdeaPad G555 имеет удачное соотношение цены и быстродействия. Он построен на базе платформы AMD и оснащен двухъядерным процессором AMD Athlon 2 M320 с тактовой частотой 2,1 ГГц. Также здесь реализовано 3 ГБ оперативной памяти и дискретный графический адаптер от Radeon HD 4550. Результатом тестирования в 3DMark 06 и PCMark 05 стали 3198 и 4707 баллов соответственно, что даже очень неплохо для бюджетного ноутбука. Пожалуй, единственным параметром, который можно было бы улучшить, является винчестер. Емкость предустановленного накопителя всего 250 гигабайт, хотя по нашему мнению уместнее бы смотрелся жесткий диск на 320 гигабайт. В остальном конфигурация нам показалась достаточно продуманной и универсальной. Не стоит ожидать от подобного ноутбука излишней функциональности. Модель создана для выполнения наиболее простых задач и имеет все необходимые для этого элементы. Большую часть правой грани занимает оптический привод DVD Super Multi. Рядом с ним установлен только интерфейс USB и розетка зарядного устройства. На левой грани пользователь увидит два слота USB, гнездо сетевого адаптера, видеовыход VGA и отверстие кенсингтонского замка. Также некоторые функциональные элементы вынесены и на переднюю грань. Здесь расположены аудиоразъемы, картридер с поддержкой форматов SD, MMC, MS, MS Pro и XD, а также переключатель для активации встроенного модуля Wi-Fi, который является единственным беспроводным интерфейсом в ноутбуке. Lenovo IdeaPad G555 показался нам надежным ноутбуком для повседневного использования. Он стоит относительно недорого и имеет достаточно высокое быстродействие, что позволяет применять его как для работы, так и для нетребовательных к ресурсам развлечений.